Здравствуйте, коллеги. Готовлю сейчас сетки, и сегодня будем печатать очень красивый дизайн. Я решил это заснять. Уже пленочки я сделал. 6 красок. Питерский дизайн для нашего постоянного клиента. Очень красивые краски, и дизайн очень красивый. Надеюсь, что вам понравится. Сейчас начинаю. У меня уже вот здесь сеточки подсохли. Фотоэмульсию я нанес. Сейчас я буду пленки приклеивать, совмещать краски. И потом буду светить, и сегодня будем тест катать. А завтра, наверное, там, завтра, послезавтра тираж. Сетку вынул, это белая подложка, 64-я сетка. Я все, вы знаете, у меня на станке нету приводки, да, я все делаю с помощью кондуктора. Вот у меня вот такой вот кондуктор с магнитами. Здесь вот магниты мощные. Я просто кладу пленку. Так. Ставлю кондуктор и... Так, надо свет включить. Ну, вот у меня пленка, кондуктор. Ну, какой мне крест тут? Сейчас я посмотрю. Ну, наверное, вот у меня номера крестов, наверное... 16-й, может быть. Да, наверное, вот. Делаю 16-й крест. Он 16, а здесь получается 17. У меня здесь такие детальки, чтобы прижать сетку. Так, ну вот смотрите, я совмещаю. Что я делаю? Вот у меня крест на пленке. И я его ставлю на 16-й сюда. И с другой стороны то же самое. Эта операция занимает реально несколько секунд. Во. Здесь очень точное совмещение надо делать на этом дизайне. И теперь скотчем. Вот я совместил. И теперь просто подклеиваю пленку скотчем, как обычно. Так. Просто обычно подклеивают на глаз, а я клею по кондуктору, и у меня сразу идет совмещение красок. Так, я обязательно по четырем углам подклеиваю. Так. Так, беру следующую сетку. У меня первая сетка 64-я на подложку, на белую. Все остальные 120-ки, потому что там... По сплошной белой подложке больше смысла нету делать. Так, следующая пленка. Все, совмещаю. Вот смотрите, сколько времени занимает совмещение. Так, вот поставил грузики. 16-й крест здесь и здесь крест. Сюда. Все, вот все совмещение. Теперь мне просто надо аккуратно приклеить. Вот смотрите, еще раз покажу. Вот. Вот крест идет. А здесь полоска. Начинаем светить. Так, первая сетка засветилась.
Вот три сеточки готовы. Четвертая светится, еще две. Две стоят, ждут своего часа. Многие обычно скотчем заклеивают вот эти вот места, которые не используются. Но меня как-то в свое время научили это ретушировать. Я вот теперь всегда ретуширую, мне очень это нравится. Чтобы не париться. Скотчем я все равно потом заклеиваю, но так получается получше. Готовимся к тестовой печати, мажем столы клеем. Все, по-моему, да? Запускаю прогрев. Надо немножко подсушить клей и будем делать тестовый прогон. Сейчас мы делаем три образца на разных цветах футболок. Смотрим, что будет получаться. Ну ты поставишь же станок, чтобы он три штуки печатал. Не будем же мы вручную печатать. У нас станок сам считает. Мы ему сейчас поставили, что три футболки надо печатать. Он будет печатать только три футболки, не будет целый круг печатать. Третий круг сейчас должен быть очень хороший, плотный, белый. О. Реально хороший, очень яркий, белый. Сейчас на него будем класть другие краски. Не знаю, насколько камера передает, это очень яркие краски, такие неоновые, ядовитые. Вот. Желтый, малиновый, очень яркие. Синий обычный. Синий такой яркой краски не нашли.
быть, тот синий попробовал? А он фиолетовый получится. Тот нельзя, да? Из той банки. У нас последний цвет. Ну вот, по-моему, цвета камера, вот я что вижу на маленьком экранчике, цвета, конечно, не те. На самом деле, реально цвета гораздо ярче и красивее, чем камера это показывает. Не знаю, как на компьютере это будет выглядеть, посмотрим. Вот на бордовом. Вот такая получилась печать. Вот я снял футболку в темноте. Вот так цвета получаются, вот сейчас цвета более близкие к реальности получаются. Вот они получаются зелененькие, желтенькие, розовый, фиолетовый, голубой. Вот очень все неплохо напечаталось, все цвета совпали, без каких-либо проблем. Вот такая получилась футболка.